2084. If they told me what the world would become, I would not have believed them. First, there was the nanophage, the disease of transition, a digital plague that swept across the land, killing thousands upon thousands of augmented souls. A heavy cost for meddling with our minds and bodies. Then came the war, the big one. The great decimation. The West killed the East killed the West. There were no winners. Except for Chiron. The corporation seized power and forged the Fifth Polish Republic, a crooked empire of blood and ash. There was no one left to oppose them. But still, we endured, and so it goes. The rich get richer as the poor rot away in their hovels, desperately looking for ways to escape reality. I am what they fear, a corporate tool of oppression. A despised leech that creeps into your dreams and feeds of your fears. If you don't remember, if you won't remember, that's when they call me. To access you, to gather evidence, to dredge up whatever's hiding in the darkest corners of your mind. My name is Daniel Lozalski. I'm an observer. Доброго времени суток зрителям, священным гостям нашего канала. С вами Росси, это канал Роли Гейм Онлайн и рубрика Геймплей и Летсплей. Как обычно, в данной рубрике мы рассматриваем новые игры, которые свеженькие, выходят совсем недавно, или те игры, которые считаются новинками, то есть хотя бы вышли в этом году, и мы не можем обойти их стороной. Вот, как, к примеру, есть видео Zulu Response, вообще отличное видео, кто не смотрел, обязательно посмотрите, там мы валим черных, черные валят нас. А сегодня мы рассмотрим игру под названием Observer, Наблюдатель. В этой игре, как я понимаю, мы будем играть за полицейского в будущем. Самая главная, наверное, деталь то, что этот полицейский это поляк, и мы будем находиться с вами в Польше. Вы могли, если вы смотрели начальное вступительное видео, то вы могли, в принципе, прочитать об этом. В общем, это киберпанк-хоррор для взрослых дядек, то есть для таких, как мы с вами. Так, нажмите левую кнопку мыши или пробел для продолжения. Нажимаю. Какие-то координаты. Краков. Ну, понятно. Пща, курва, пща. Лазарский, вот там. Ответьте, Лазарский. Лазарский, вот там. Взаимодействовать с объектами, используя левую кнопку мыши. Ага. Полячка сразу видно. Да, я здесь. С вами все в порядке? Я уже 5 минут не могу вас дозваться. Со мной все хорошо. Наверное, просто задремал. Выспитесь в аду. Как дела с пожирателем снов? Ну, в овощ пока не превратился. Так и не скажешь. Бу-га-га. Я серьезно, Дэн. Ваш сигнал распознается повсюду. Вы уже приняли лекарство? А, то есть мы как бы поляк, полицейский, еще наркопед какой-то. Или наркоман, как правильно хотите, так и называйте. Так, приняли ли мы лекарство? Нет, не принимал. Пока нет. Примите лекарство сейчас же. Вы нужны мне в хорошей форме. Так, нажмите среднюю кнопку мыши для того, чтобы проверить свой статус и использовать синхрозин. Нажимаем. О, ну смотрите, какие мы красавчики-то. Даниил Лазарский. Ой, в общем-то, вот у нас информация. Как я понимаю, вот это вот хренотинюшка. Ага, левой кнопкой. О, ширнулись. Нормально. Толян, нормально.
Ну вот, так уже лучше. Да, я хотел все испортить. Только представьте завтрашние заголовки. Еще одна пиявка превратилась в берсерка. Не стоит так говорить. Это ведь просто... Да, да. Я такой буду суровым таким голосом использовать. И если вы не против, я хотел бы вставлять в некоторые моменты игры слово «курва», потому что я не представляю себе как бы игру про поляков, где нету как бы этого выражения. Так, если для меня работа, мне не нужна нянька. Если для меня работа, давайте так вот. Зачем я вам, курва? Просто проверка, или нужно ехать в центр, курва? Да нет, просто проверка, осталось кого допрашивать. Звучит скверно. Да, все довольно плохо. Взрыв снес полквартала, подвал еще не потушили, там повсюду склонятся мордовороты из корпорации, типа обеспечивают безопасность в районе. То есть, заметают следы, курва. О, приход. Шинулись-то. Поосторожней со словами, этот канал находится под наблюдением. Кто это? Как вы подключились к этой чистоте? Не узнал? Адам? Да. По крайней мере, то, что от меня осталось. Папа, что случилось? Где ты был все это время? Подальше от тебя. Забавно. Я думал, после стольких лет мне будет легче слышать твой голос. Но я ошибался. Адам, не начинай, курва. Понимаешь? Я всерьез верил, что я смогу это провернуть. Я был так близок к успеху. К тому, чтобы изменить мир, сделать нас свободными. А теперь не может быть, чтобы все это было зря. Это не важно. Скажи мне, где ты, и я приеду за тобой. Блин, пап, хоть раз в жизни. Просто выслушай меня. Что бы ни случилось, ты должен помнить. Ты... это контролировать не можешь. Адам, ты меня слышишь? Ты еще там? Адам, курва! О, окей. Папа? Помехи. Матриарх, покажи идентификатор абонента. Показываю. Грабинский? Что-то новенькое, курва. Матриарх, определи, откуда совершен последний вызов. Триангулирую координаты. Ну же. Местоположение определено. Дахвадмедом. Район класса С. Как же так, Адам? Трущобы, курва. Как ты не скопал, курва? Вот, не знаю, мне кажется, вот, когда озвучиваешь как курва, оно класс. Что-то... Короче, я не успел прочитать. Яблоко. Ребята, кто, кстати, страдает эпилепсией, не дай бог, да, там, вы смотрите аккуратно, потому что там в начале игры было предупреждение, у кого есть эпилепсия на всякие вспышки, ну, у которых вызывают приступы, да, то вы, короче, это видео не смотрите. Пугает, что тут очень страшно все. Эти всякие гадости тут всякие показывают, да, как гадко же, ну, не, ну про поляков-то игра-то понятно, конечно, что тут еще можно как бы. На самом деле, честно, не читал они ее отзывы, обзоры не смотрел, ради принципа это не делаю, то есть увидел игру, купил, скачал, купил, ну, неважно, и как бы сразу в бой, как бы, без всяких там, не хочу портить ощущения от игры всякими компетентными, некомпетентными мнениями, я привык доверять самому себе, и поэтому, то есть, даже для кого может эта игра быть плохой, к примеру, для меня она может быть хорошая, вы видели маленький поляк, во что превратился, вот, и, то есть, поэтому я не хочу портить впечатление и себе, и вам, поэтому вот увидел, пришел, купил, скачал, купил, победил и начал играть. И опять только что была какая-то психоделическая заставка, такой именно киберпанк-хоррор. Вышел он, кстати, вроде 15 августа. Сего года, конечно, ребяточки, сего года. Так, в общем, опять координаты. Краков. Ну, то есть мы с Польши не выбрались, а оттуда выбраться нельзя. Так. Что это такое? Где? Журнал расследования обновлен.
Класс. Робот пылесосит прозрачный пол, а нет, пол не прозрачный. Кстати, у нас есть крутые ботинки. Такие. Супер-пупер. Какая-то хрень под нами еще происходит. Видите, типа как какие-то хлюпалки. Какие-то лужи расходятся. Так. Нажмем-ка среднюю кнопочку мыши, бо я тут видел. О, смотрите, нам надо опять уколоться. Что такое? Какой-то ты слабенький наркоман какой-то, блин, постоянно ширяешься через каждые 2 минуты. Одним словом, бляк. Что это такое? Запись поиски Амира. Что такое? Что-то. Надо это включить, что ли? Так. Журнал расследования. Значит, мой сын связался со мной после стольких лет. Не знаю, что случилось, но у него был такой голос, будто он в беде. Я отследил его звонок, он находится в старом доходном доме. Хорошо. Так, ХПшечка у нас поднимается потихонечку. Средняя кнопка мыши закрыть, соответственно. Так, ну, давайте немножко пройдемся, посмотрим, что здесь вообще есть. Кто? Пылесос, камера. Погода, в общем, класс. 16 градусов на улице. Ветер, как я понимаю, 8 километров в час. А дождик капает у нас тут. Значит, 100% влажность. Ладно, чучело, как с тобой говорить? Пробил? Нужно уходить. Легче, железяка, курва. Мне нужны проблемы. Хм, жилец. Чего? Что? А, нет, родственник. Родственник? Нет. Жилец? Если терминатор голубоглазый с одним глазом голубым. Давайте, наверное, жилец. Типа того. Имя. Лазарский Грабинский. Ага, подождите. Лазарский это наш поляк, а Грабинский это не наш поляк. Соответственно, Грабинский, попробуем. Грабинский. Курва. Леон Грабинский. Жилец. Квартира 07. Первый этаж. Через внутренний двор повернуть направо, повернуть налево, прямо повернуть направо. Да, я понял. Назад, вперед, спасибо. Дверь открыть. А ты, наверное, какой-то типа полу, как я понял, полудроид, получеловек. Вообще, как бы этот мир рассказывает нам о том, что вот видите, как все происходит, люди начали вживлять себе импланты. То есть, видите, он там руки, ноги, там в голову и так далее. То есть, и произошел такой симбиоз человека и техники, скажем так, что я запизделся. Что тут у нас? Куда туда нам идти? Задержите левую кнопку мыши и толкните дверь. Чем толкать-то? А как толкать-то? Елки-палки. Не понимать. Ну, а может не эту дверь, наверное, да? И не эту. Какую мне дверь толкать? Ни хрена непонятно. О, эрата. Безупречное качество записи даже в самых тяжелых условиях. Такой, короче, мафон, знаете, такой а-ля 90-е. То есть очень давно, очень давно. А, я догадался. Вот это я хохотушечки, дурачочек. Вот это надо было толкнуть, а нет. Ну, что сказать? Так, ребята, куча голубей. То есть я могу спать спокойно. В будущем есть голуби. Это хорошо. Внимание, граждане! Во всех районах класса С начинается комендантский час. Оставайтесь в квартирах и наслаждайтесь выбранными голографическими развлечениями. Благодарим за понимание. Это была тачка летающая, походу. Так. Открывается? Нет, не открывается. Посмотрим наш журнальчик. Так, найти квартиру 007. Консьерж назвал мне номер квартиры, где жил Адам, направляясь туда. Я еще раз хочу уколоться. Я не знаю, они у меня... Я не знаю, они у меня...
ограничен или нет. Но что-то легче мне не становится после того, как эту дрянь я вкалываю. Смотрите, у меня вообще какие-то глюканы и расплывчатость начала. Ребят, если будет лагать, извините, люди добрые. Если будут какие-то фризы, надеюсь, их, конечно, не будут, но обычно не бывают. А потом, когда я вижу, я расстраиваюсь и не хочется видео переснимать, потому что самое лучшее это впечатление, когда первый раз, так, первый класс, это мы тому типа зашли, у нас идет параша сначала, потом 001, 002, вот нам как-то дебил это ты говорил. Короче, мы сейчас идем направо, обходим вот эту хрень какую-то непонятную. И налево, и направо. Добренько. Что происходит вообще? Закрыто. Так. 002, 003. Параша. Как я, в принципе, и говорил. Что за звуки? Рычит, передит, что-то непонятное. Так, 007, вот она, господа. Оп. Какого черта, курва? Журнал расследования обновлен. Экс. В квартире погром. Явные следы борьбы. Пожалуй, следует быть осторожнее. Кто знает, что я смогу здесь найти? А чем ты будешь защищаться, ты поляк-то? У тебя что, блядь, нету ни хрена, как я понял, ни оружия, ничего. Так, нажмите Ctrl, чтобы пригнуться. Добренько. Они здесь. Они пришли за нами. Помогите. Умоляю. Все. Кончилась запись. Так, что тут? Ага. Ну, допустим. А-а-а. Типа вправо тянуть или что? Опа! А я могу его также скинуть? Нет? Скинуть его хочу теперь. Нет, видите, скинуть нельзя. Он такая вот игра, как бы одни ворота. Поставить можно, а хаос устроить нельзя. Кровище тут везде. Голуби, голуби, видели? Ни хрена. Адам. Господи, курва. Внимание, уровень нагрузки превышен. Пульс нерегулярный. Выполняется введение слабого успокоительного. Диспетчер, это Лазарский, номер жетона 65-62-1-0. Меня кто-нибудь слышит? Чудесно. Охренеть просто, курва. Хорошо, Дэн. Может быть, это и не он. Не обязательно, что это он. Эффективность функционирования восстановлена. Это Лазарский, 65-62-1-0. Изучаю место преступления, курва. Так, чтобы... Нажмите Е, чтобы включить электромагнитное зрение. Супер электро. Оп. Нужно проверить компас жертвы. Может... Так, удерживайте правую кнопку мыши, чтобы проанализировать в скобочках компас жертвы. А где компас? Вот то компас, наверное. Правая кнопочка мыши. Бэмс. Имплант компас. Так, значит, пропущенный вызов. Хн. Модель. Непонятно какая. Гермес 3445. Потребительское устройство связи. Предупреждение. Нет. Обнаружена незаконная модификация. Глубокое шифрование. Нажмите Q, чтобы включить биологическое зрение. Ага. Удержите правую кнопку мыши, чтобы проанализировать объект. Наверное, вот этот, как я понимаю. Ага, давайте голову мы проанализируем, которой нет. Голову удалили уже после смерти. Возможно, ее забрали убийца. Мотив не ясен. Так, значит, что тут у нас? Диаметр 120 мм. Глубина 27-32 мм. Ну так, навскидочку, плюс-минус, ребятки. Расцененный шейный отдел позвоночника. Это, наверное, переводку корявый. Расценена сонная артерия. Совпадений не найдено. Хорошо, понял вас. Давайте теперь... Так, это что? Ага.
Край среза неровный, значит, убийца крайне возбужден. Да, я тоже возбужден крайне, когда такие игры играю. Так, длина 254 миллиметра, глубина, опять же, на вскидочку, плюс-минус 22-26 миллиметров. Оружие непонятно, совпадение не найдено. Хорошо. А сам трупешник хочу посмотреть. Человеческое тело. Идентификация не выполнена. Время смерти около часа назад, до того, как он позвонил мне. Все. Поля, курва, выдыхай, это не твой сын, потому что за час до того, как тебе позвонили. Что тут рассказывают? Мужской, 70 килограмм, рост 175 сантиметров. Тип крови, ошибка. 6141, ошибочка, ребята. Загуглите, что это за ошибка, чтобы были в курсе. Не удалось извлечь криминалистические данные. Ладно, хорошо, кровушка. Кровь. Совпадение не найдено. Предупреждение. Обнаружены загрязняющиеся вещества. Не удалось извлечь криминалистические данные. Что я могу сказать по этому поводу, ребята? Хуёво. Так, вот еще что у нас какая-то бодяга. Это ж оно подсвечивается воно. Так, что тут? Кровь. Тоже не удалось ничего извлечь. Что это, черт подери, такое? Следы когтей? Так, длина, совпадение не найдено, структурное повреждение, длина 243 на 329, глубина 21-38, короче, неопределенность у нас, как обычно, ребят, получается. Ни хрена он не может, какой-то этот сканер, короче, работает, но ни хера что-то конкретно не определяет. Так, давайте прошвернемся по комнатке. Тут что-то есть. Я не вижу, если честно. Блин, фу, надо. Ой, выключить надо, значит. Да, все. Фу. Чуть глаза, блин, не выпали к чертовой матери. Так, что тут у нас такое? Что ты? Компьютер какой-то? Вот, знаете, вот у меня тоже такой вот монитор когда-то был. То есть будущее как-то вижу в плане техники как-то не очень. Зато дебилов, роботов, консьержев посоздавали. Так, что-то. Что там такое? Что там такое? Я хочу открыть его, можно? Пожалуйста, пожалуйста, ну откройся. Ладно, что ты такое? Напечатано на настоящей бумаге. Не ожидал от тебя такого архаизма, Адам. Вращать биологическое зрение. Нет, электромагнитное зрение. Нет. Опа, там вот что-то есть. Бачьте, бачьте, бачьте. Так, ладно, правая кнопка выйти. Значит, вот эта штука. Что такое у нас? Просканируем. Процессор. Хорошо. Это был процессор, чтобы вы знали. Так, биологическую мы просканировали. Какая-то книжка 1984. Что это значит? Какая-то хрень. В общем, такой хоррор детективной направленности. Управление. Да, кстати, ребят, по поводу управления. Управление ВСД, в принципе, вы так кнопочки, мышечки там всякие слушали. Опа, параша. Давайте зайдем в парашу. Вот это я дурачела, ребят. Просто на кнопки нажал мышку. Ой, на кнопки нажал мышку. Все, уже заговорились. На мышке нажал кнопку. У меня, получается, двойной клик левой кнопки мыши был. Поэтому вызывало у меня определенные проблемки. Так, что тут? О, что-то лежит. Надо другое зрение выбрать. Что это? Ну и что это такое-то? В общем, дозу надо искать, ребята. И что это такое? Супер под презрением просмотрим. Ничего интересного. Так, что там говорит наш журнал? Вариант. Исследовать место преступления. Нашел в квартире обезглавленный труп. Возможно, это не он. Это не может быть он. Нужно обыскать квартиру. Может, найду какие-то зацепки. Это первый вариант. Покинуть квартиру – это задача. Блокировка запустила вспомогательную охранную систему квартиры. Можно попробовать отключить ее с помощью криминалистического интерфейса и определить личность абонента. Нужно найти женщину, которая пыталась связаться с жертвой. Возможно, она все еще в здании. Идентификатор ее компаса содержит инициалы ХН.
хрен найдешь, наверное. Они вот так вот хотели завуалировать, как бы такую загадку, как бы для меня сделать, да? Так, давайте закрываем дверь. В общем, тут я понимаю, что куча везде, где надо рыться, использовать зрение. То есть любителям такого жанра там вот, что-то поискать, почитать, покрутить в руках, положить там. Я думаю, обязательно стоит в эту игру поиграть. А еще обещаю, что это хоррор. Любителям поляков обязательно в эту игру поиграть, потому что вы будете лазинский курва. Вот, поэтому обязательно в эту игру попробуйте поиграть. В общем, как у меня игра такая прикольненькая, надеюсь, она у вас не лагала. И вам было интересно смотреть видео. Если вам было интересно или неинтересно, обязательно все равно поставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И будьте в курсе событий, ребятки. И скоро будем мстить в Imperial Glory. А с вами был Росси и канал Рули Гейм. Всем пока и до новых встреч.